Всем привет! Это очередное видео на моем канале, и сегодня этим солнечным летним днем я хочу рассказать вам о своих любимых витаминах, о том, какие витаминки я пью для того, чтобы ухаживать за моей кожей, за моими волосами, за моими ноготочками и даже за моими ногами, а именно за состоянием моих вен. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Первые витамины, о которых бы мне хотелось вам рассказать, это вот такие вот витаминки от марки Murad. Это даже не совсем витаминки, это на самом деле dietary supplement, то есть это пищевая добавка. Это витаминки Pure Skin Clarifying Dietary Supplement. Балансированная пищевая добавка, работающая на заботу о вашей коже, о коже не только вашего лица, но и, конечно же, вашего тела. И состав подобран таким образом, чтобы как раз в первую очередь работать на очищение вашей кожи, на избавление от каких-либо прыщечков, высыпаний и воспалений. Баночку я открою. В этой баночке 120 таблеточек, но несмотря на то, что их здесь 120, этой баночки хватает всего лишь там всего на месяц, потому что таблеточки, они выглядят вот таким вот образом, они вот такие вот достаточно крупные, черненькие, продолговатые, вот так вот выглядит каждая таблеточка, и как написано в инструкции к данной пищевой добавки, данных таблеточек надо выпивать 2 с утра и 2 вечером, то есть 4 таблеточки в день, соответственно, 120 разделить на 4, как раз получается те самые 30 дней, на которые данный комплекс рассчитан. Состав данных витамин специально разработан для того, чтобы уменьшить количество высыпаний на вашей коже. Здесь в каждую, собственно, таблеточку входит витамин А, витамин С, Е, В1, В2, В6, ниацин, биотин, кальций, магний, цинк, селен, хром. Также в состав данных витамин входит пантотеновая кислота. Пантотеновая кислота, она же витамин В5. То есть мы понимаем, что в данном комплексе, в принципе, представлены все витамины группы В. Витамины группы В как раз и отвечают за чистоту и состояние нашей кожи. Также в состав данных витамин входит корень лопуха и желтый корень растения боку. И также экстракт виноградных косточек. Все вместе данные экстракты и данные компоненты работают на улучшение состояния вашей кожи, на очищение вашей кожи, на уменьшение количества высыпаний. Я знаю, что данные витамины имеют накопительный эффект, поэтому при регулярном их использовании, чем более, вернее, регулярно будет использование данных витамин, тем лучший эффект вы сможете наблюдать на своей коже. Данные витаминки не дешевые. Там, где я живу, они стоят порядка 45, если я ничего не путаю, евро, а я ничего не путаю. Я их использую периодически, я их использую курсами, использую их достаточно давно. Мое личное мнение, что витамины очень неплохи, конечно же, чудо они не совершат, глобально они вашу кожу не изменят, но вместе с очень неплохим домашним уходом, либо вместе с работой хорошего косметолога, данные витаминки действительно будут заботиться о вашей коже и будут помогать вашей коже оставаться чистой и будут препятствовать появлению высыпаний. Еще одни витаминки, о которых бы мне очень хотелось вам рассказать, это вот такие вот витамины от марки Мерц. В Мерц существует несколько видов витамин. Существуют классические дрожжи Мерц, которые большинство из вас, наверное, очень-очень хорошо знают. А это вот капсулы Мерц, которые в первую очередь, опять же, ухаживают именно за кожей. Если дрожжи Мерц, они ухаживают и за волосами, и за кожей, и за ноготками, то в данном случае состав вот этих вот капсул – это специальный набор компонентов, который служит для того, чтобы увеличивать тонус вашей кожи, улучшать тонус вашей кожи и повышать эластичность вашей кожи. В данной упаковочке 120 капсул. Данная упаковка стоит около 20 евро, там, где я живу. Витаминки выглядят вот так вот. Вот такие вот очень приятные капсулки, красненькие, овальной формы. Их нужно принимать 2 капсулы в день, одну утром и одну вечером. Соответственно, данной упаковки вам хватит в 2 раза дольше, чем витаминок от марки Murad. Данной упаковки вам хватит, соответственно, на 60 дней, то есть на 2 месяца. Данные витаминки я также стараюсь пропивать курсом. Я стараюсь пропивать 1-2 упаковки подобных витаминок 2 раза в год,
как минимум, для того, чтобы заботиться о моей коже и поддерживать молодость моей кожи и свежесть моей кожи. У этих витаминок также замечательный состав. Здесь и витамин С, и экстракт дрожжей, и ниацин, и масло косточек винограда, омега-6, омега-3, витамин Е, коэнзим Q10, витамин А, цинк и экстракт зеленого чая. Вот все вот эти вот компоненты как раз и служат для того, чтобы повышать тонус нашей кожи и увеличивать ее эластичность. Опять же, про какой-то вау-эффект говорить, наверное, достаточно сложно, потому что я стараюсь регулярно пропивать разные витаминки и пропивать именно хорошие витаминки, рассчитанные и направленные на заботу о моей коже. Но, собственно, наверное, по моему внешнему виду вы как-то можете судить о результате. Я могу сказать, что лично я результатом очень довольна. Состоянием своей кожи я тоже очень довольна. Ну и, собственно, мой косметолог тоже каждый раз делает мне комплименты и говорит, что я очень правильно ухаживаю за своей кожей и не зря я все это делаю, потому что уже через 5-10 лет моя кожа будет мне очень-очень благодарна и результат будет еще более ярко выраженным. Еще одни витаминки, о которых мне очень хотелось рассказать, это мой достаточно давнишний любимчик, это витаминки от российской марки, марки Alphavit, это витаминки Alphavit Cosmetic, это специальный комплекс, комплекс витаминно-минеральный комплекс для красоты и здоровья. Это такие вот девчачьи витаминки для девочек-девочек, которые содержат 13 витаминов, 10 минералов, биофлавоноиды и коэнзим Q10. В принципе, частично составы всех подобных комплексов, которые у меня существуют, они частично пересекаются и частично совпадают, поэтому, конечно же, я все данные витамины не пью одновременно, я выбираю какой-то один из препаратов, пропиваю его, он у меня заканчивается, и, соответственно, я перехожу на следующий витаминный комплекс. Так вот, Alphavit Cosmetic, вот такая вот упаковочка, в которой находится 60 таблеточек, каждый блистер выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас таблеточки зелененькая, оранжевенькая и розовая. Вот в день вы должны выпивать 3 таблетки. Весь ежедневный комплекс, он разделен на 3 таблеточки. Зеленую вы выпиваете с утра, оранжевую вы выпиваете днем и розовенькую вы выпиваете вечером. Между приемом каждой таблетки должно быть минимум перерыв 4 часа для того, чтобы витаминки и полезные вещества, находящиеся в каждой данной таблеточке, максимально полноценно усваивались. Собственно, философия всех витаминов марки Alphavit в том, что большинство витаминов, соединенных вместе, они не усваиваются, и вот эти вот замечательные мультикомплексы, когда 100 витаминов в одной таблеточке, они, конечно, с точки зрения рекламы это все выглядит и звучит очень красиво и заманчиво, но на практике большинство витаминов, к сожалению, в таких комплексах не усваиваются, потому что есть витаминки, которые являются взаимоисключающими для усвоения друг друга. И вот в марке Alphavit все витаминки в каждой из таблеточек подобраны таким образом, чтобы содержимое максимально усваивалось нашим организмом. Соответственно, те витаминки, которые являются взаимоисключающими для усвоения друг друга, они разнесены в разные таблеточки и выпиваются в разное время для того, чтобы не мешать усвояемости каждой из них. Несмотря на то, что эти, наверное, витаминки самые непростые с точки зрения приема, потому что вам надо не забывать 3 раза в день выпивать таблеточку нужную, соответственно, скорее всего, подобный блистер будет ездить в вашей дамской сумочке, но, в принципе, для дисциплинированных барышень это не является проблемой, более того, для меня, как для дисциплинированной барышни, это тоже не является проблемой, я данные витаминки люблю, и если мне говорят, что для того, чтобы моя кожа получала и мой организм получал максимальный эффект от того препарата, который я пью, мне надо выпивать данный препарат 3 раза в день, то, собственно, ничего страшного, я достаточно быстро перестраиваюсь и выпиваю с утра, соответственно, зелененькую, днем оранжевую и вечером вот эту вот розовенькую капсулу. Еще раз давайте я вам поверну, чтобы вы могли прочитать состав. Состав, правда, очень классный. Данные витаминки, как я уже сказала, нежно люблю. При каждой возможности стараюсь их в России покупать, пропивать их курсами. И вот из всех витаминно-минеральных комплексов, пожалуй, вот этот вот является моим большим и большим любимчиком. И the last but not the least, последние витаминки, о которых бы мне хотелось рассказать, это вот такие вот витаминки Solivan.
от итальянской марки BioSlime. Это как раз уже витаминки для моих ножек. Это венотонизирующие и венопротекторные. Это, опять же, это не совсем витамины, это на самом деле пищевая добавка, которая заботится о том, чтобы мои ножки оставались легкими, тонкими и изящными, чтобы они по вечерам не отекали, чтобы даже после активного дня я не испытывала тяжесть в ногах. Они на основе листьев винограда, и они на основе экстракта косточек винограда. И тот компонент как раз очень полезен для наших сосудов, для наших капилляров. Данные витаминки или пищевая добавка выглядят вот так вот. Вот таких вот два блистера в упаковочке. Такие вот вытянутые капсулки с порошочком внутри. Их можно принимать одну капсулу в день, можно принимать две капсулы в день. Две капсулы в день, соответственно, это уже лечение. Одна капсула в день – это профилактика. Данная упаковка стоит 16 евро и в ней 30 капсулок. Соответственно, если принимать по одной капсулке в день, то вам хватит на месяц, на 30 дней. Если принимать по две капсулки в день, то вам хватит на 15 дней. Данные витаминки я также пропиваю курсом. Стараюсь их пропивать по две упаковки, стараюсь их пропивать периодически для того, чтобы помогать моим ножкам, для того, чтобы помогать и заботиться о моих венах на ногах. Я рассказывала уже о том, что подобные витаминки я, как правило, пропиваю небольшим курсом, если мне предстоит длительный перелет. Вот, пожалуйста, ссылочка на видео о моем уходе за ножками в авиаперелетах и не только. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, там очень-очень много полезной информации. И, кстати, там я рассказываю, вот сейчас я держу в руках витаминки Солливен, а там я достаточно подробно рассказываю о креме Солливен, также венопротекторном и венотонизирующем, с охлаждающим эффектом, очень-очень приятным. Опять же, повторюсь, посмотрите обязательно, если не видели. Итак, резюмируя, витаминки и пищевые добавки, я считаю, что они полезны, я считаю, что достаточно при нерегулярном питании, при невозможности отслеживать полностью ваш рацион, пропивать подобные витамины курсами очень-очень неплохо. Витаминки для моих ножек я пропиваю периодически, курсом стараюсь 3 или 4 раза в год их пропивать. Витаминки для моей кожи я тоже стараюсь пропивать достаточно регулярно, как я уже сказала, они частично дублируют друг друга по составу, поэтому я одновременно не пью несколько витамин для кожи. Я начинаю пить какой-то один из комплексов, потом он у меня заканчивается, я делаю перерыв в 1-2 недели и приступаю к следующему комплексу. Таким образом, в принципе, моя кожа круглогодично получает уход и заботу о себе и получает все те компоненты, которые ей нужны для того, чтобы оставаться молодой, красивой и здоровой. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Спасибо большое, что смотрите мои видео. Нескучного вам лета. До скорых встреч. Пока-пока-пока.